На конкурс дети читают стихи. Боже, Глеб, 7 лет, город Смоленск. Агния Барто, хорошие товарищи. Мальчик Миша мается, Миша заикается, как другие, чисто, ясно, он не может говорить. И просить его напрасно, то, что скажет, повторить. Нелегко ему даются все слова на букву К, но ребята не смеются, дружба классная, крепка. Ты, Мишутка, не теряйся, ты с других пример бери, молча с духом собирайся и смелее говори. Миша выговорит слово, а другого не видать, но товарищи готовы, если нужно, подождать.